Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать в город Грозный, в столицу Чеченской Республики, в город, где много спорта. Ну и в этом спортивном многообразии, в Грозном, уже несколько лет подряд проводятся гонки российской серии кольцевых гонок. РСКГ начинает свой новый сезон, сезон 2018 года. Это первый этап сезона, и мы приглашаем вас на автодром «Крепость Грозная». Давайте сделаем небольшую паузу, ну а затем вернемся сюда, на эту замечательную трассу. Мы приветствуем всех поклонников автомобильных гонок. Первый этап серии РСКГ. Автодром «Крепость Грозная». Первый этап сезона 2018 года. С вами за гонкой в классе «Туринг» будут наблюдать Антон Ширяев и Руслан Гатаулин. Ну а мы сейчас передаем слово нашим корреспондентам. Добрый день всем любителям автоспорта. Мы открываем пятый сезон российской серии кольцевых гонок, промоутером которого является программа развития автоспорта в России SMP Racing. Первый этап стартует в Чеченской Республике, и, судя по всему, открывать сезон в Грозном становится уже доброй традицией для российского чемпионата. Сегодня для вас будет работать я, Ольга Петрикова, и Михаил Коновалов. Добрый день. Миш, ну не терпится узнать, что же нас ждет в новом сезоне. В новом сезоне нас ждет очень интересная борьба. Я думаю, что класс «Туринг» будет очень интересен, потому что он пополнился новыми пилотами. Их пришло достаточное количество. Как обычно, традиционно у нас класс национальный очень интересен. Ну и думаю, что будет много интересной борьбы. Но уже буквально через несколько минут стартует самый мощный класс, класс «Туринг». И мы знаем, что в этом классе уже есть свои лидеры и фавориты по прошлым годам. Стоит ли ждать каких-то неожиданностей? Безусловно. У нас пришел молодой пилот Иван Лукашевич, который имеет огромный опыт в формульных классах. И он уже сумел удивить, показать достойное время в квалификации. Я думаю, что он будет большим сюрпризом, потому что он только сел на передний привод, еще вкатывается в автомобиль и покажет свой класс. Стоит упомянуть еще Михаила Грачева. Конечно, Михаил Грачев победитель, многократный победитель гонок TCR International. И он вносит большой вклад в развитие «Лады». Поэтому от него тоже мы будем ждать сюрпризов. Миш, ну и, конечно, хочется, чтобы ты вкратце рассказал немного о технике, которая представлена в этом классе для тех телезрителей, которые только начинают изучать, так сказать, российскую серию кольцевых гонок. Итак, что такое класс «Туринг»? Это автомобили разных марок. Audi, Volkswagen, Seat, Lada Vesta. Всех их объединяет то, что у них у всех мотор 2 литра турбо.
мощность 350 лошадиных сил. Разница в том, что на одних установлена гоночная секвентальная коробка передач, на других ДСГ. ДСГ, естественно, более слабая коробка, но при этом она более надежная. Поэтому каждый выбирает сам. Есть небольшая разница в скорости. И я думаю, что всем будет интересно понаблюдать, как они будут бороться. Также все эти машины едут на абсолютно одинаковых шинах марки Yokohama. Вы можете посмотреть. Это слики сейчас. Если пойдет дождь, то будут установлены дождевые шины. И сейчас, как мы видим, дождь начинает накрапывать, что вносит еще больше интриги. Я надеюсь, что в середине гонки он может зарядить, и у нас будет еще и пит-стопы, что тоже очень интересно. Спасибо, Миш. Но мы вернемся буквально через несколько минут, чтобы пообщаться с пилотами и узнать их настрой на эту гонку. А сейчас передаем слово нашим коллегам. Большое спасибо нашим корреспондентам. Ну что ж, вот такой у нас, по сути, расклад на первом этапе этого сезона. Самые мощные, самые быстрые машины из тех, что представлены в серии РСКГ. Особенно приятно, что этих машин очень много. Пожалуй, это один из сильнейших по составу сезонов в истории самого быстрого класса российского кольца. Пожалуй, только в конце 90-х, когда класс назывался еще «Линия 2000», «Туризм 2000», было больше 20 машин, но тогда сами машины были гораздо медленнее. Это были машины, на самом деле, категории «Супер Продакшн» мощностью не более 250 сил. Ну а мы передаем слово Михаилу Коновалову, который побеседует с одним из гонщиков на стартовой решетке. Итак, со мной Дмитрий Брагин, чемпион прошлого года. Дима, новый сезон, новые пилоты. Не самый простой уикенд, потому что начинается вроде дождик. Какие планы? Ну, планы у нас максимальные, задача максимальная – это выиграть чемпионат. Скажи, пожалуйста, по тактике на эту гонку, то есть вы уже готовы к дождевым условиям? Конечно, то есть в данном случае все по погоде, то есть время пока еще есть, но если сейчас дождь усилится, то перейдем на дождевые шины. А настройки не меняли на промежуточные, нет? Ну, пока настройки у нас на быструю езду заезд. Ну ладно, успеха. Я передаю слово Ольге Петриковой. Я нахожусь у автомобиля у Владимира Шишенина. Вов, как настроен на эту гонку? Ну, на самом деле, наконец-то мы снова все собрались. Первый этап. Очень большие надежды. Поэтому накрапывает сейчас дождик. Не знаю, хорошо ли это или плохо, но постараемся выиграть из этой ситуации. И, конечно, хотелось бы, как всегда, победить. Ну и нам бы хотелось видеть тебя на подиуме. А чем ты занимался в межсезонье? Ну, на самом деле, зимой мы участвовали в Кубке Тольятти по синхронным гонкам ледовым. Вот, ну и физподготовка. Ну, а почему ты не рассказываешь, что у тебя изменился статус? Ну, статус, да. Ведь для болельщиц это очень важная информация. Ну, мне кажется, те, кто следит за гонками, знают, что да, теперь я женат. И, наконец-то, стал жить с супругой своей в городе Тольятти вместе. Вот строим маленькую семью. Ну, я так понимаю, что она тебе за тобой наблюдает и болеет. Мы тебе желаем успехов и ждем тебя на подиуме. Это был Владимир Шишенин. Ну что ж, буквально через несколько мгновений начнется уже прогревочный круг перед первой гонкой этого сезона в классе Touring. На каждом этапе, собственно, в каждом классе автомобилей по две гонки. Ну и мы сейчас с вами будем смотреть за самыми мощными, самыми быстрыми, ну и, наверное, самыми красивыми автомобилями. Хотя, может, представители других классов не согласятся. И одними из самых сложных в управлении, потому что 350 сил на переднем приводе. Действительно, реализовать эту мощность очень-очень непросто. Но в классе Touring, как в самом быстром, в самом престижном классе, выступают лучшие пилоты страны. Вот Дмитрий Брагин на pole position. Чемпион двух последних сезонов. Чемпион двух последних сезонов, чемпион России по ралли, по кроссу, по ледовым трековым гонкам. Гонщик, который выигрывает на всем, что движется практически. Ну а рядом с ним совсем молодой, самый молодой гонщик в этом классе, Клим Гаврилов. Всего лишь 18 лет этому пилоту. Выступает он на автомобиле Audi RS3 LMS. И для него дебют. Это на этом автомобиле. Раньше он выступал на Seat Leon. Знаешь, я вот что должен сказать не только относительно Клима Гаврилова, но и вообще о команде Лукойл Рейсинг. Да, у них в этом году изменилось количество автомобилей в классе Touring. Было 4, стало 3. Раньше выступали на автомобилях марки Seat Leon, сейчас у команды, ну, два автомобиля Audi RS3 и один автомобиль, собственно, Seat Leon.
на котором выступает Иван Лукашевич. Но я не думаю, что это большая проблема команды Лукойл Racing Team, потому что это один из лидеров нашего кольца и, собственно, одни из тех, кто будет претендовать на победу в командном зачете, безусловно. Потому что все три пилота этой команды очень сильные. И на втором ряду стартового поля также есть представитель Лукойл Racing, это Алексей Дадукало. Он идет в бой с четвертого места, также чемпион страны, вице-чемпион страны. Но участник международных турниров. Международных, да? Турниров. Выступал он в WTCC, поднимался на подиум в World TCR. Он участвовал, когда это была International Series, да, а не Кубок мира. Но, тем не менее, уступил он Кириллу Ладыгину, который стартует на третьем месте. Лучший пилот на «Ладе». Ну, он-то выступал вообще на автомобилях класса прототипа, да, в категории LMP2 и приезжал на подиум. Но вообще, если говорить о «Ладе», то «Лада» в прошлом сезоне выиграл командный зачет. Это автомобили «Лада Веста», вот эти желтые, красивые, яркие автомобили. Ну и, соответственно, здесь Ладыгин будет стартовать третьим. Было две «Лады», стало три «Лады». У нас еще один пилот появился, который выступает на автомобилях «Лада Веста». Это Михаил Грачев. Также он не нуждается в представлении. Выступал он в международной серии TCR, выигрывал там гонки и приезжал неоднократно на подиум. И выигрывал гонки, становился чемпионом и в РСКГ. Двукратный чемпион класса «Туринг». Очень быстрый, очень сильный пилот. И не будем... Из Омска. Из Омска, да. И не будем забывать, что если в прошлом году «Лада Веста» только дебютировала, и были в том числе технические проблемы, например, очень обидный двойной исход в Смоленске, то в этом году... Я думаю, что многие проблемы решены, и конструкция во многом отработана, и «Лада» станет еще более грозным оружием в руках пилотов тольяттинской команды. Слушай, ну ведь «Лада Веста» — это тот автомобиль, который мы видели и в мировом туринге, в том числе и в прошлом сезоне. Пусть там не заводская команда, но некоторые частники пользовались автомобилями «Лады», и на некоторых этапах смотрелись прилично. Ну а когда это была заводская «Лада», то мы помним, что и побед добивались пилоты на «Вестах» класса 1, да, с которой выступал несколько лет назад в WTCC. И, собственно, на этапе на Moscow Race, который несколько лет проходил у нас, этап чемпионата мира по кузовным гонкам, дубль дважды делали пилоты «Лада» в одной гонке. Габриэль Тарквини приносил победы. Ну а до этого, когда были «Лады Гранты» в мировом туринге, то даже в Макао на престижнейшей, сложнейшей городской трассе «Лады» выигрывали. Да, история очень богатая у этого автопроизводителя, у этих машин. Ну и в этом сезоне, конечно, наряду с Лукойл Рейсинг, наряду с командой Таиф Моторспорт, это команда из Татарстана, из Казани, как раз за эту команду выступает Дмитрий Брагин, будут, наверное, главными претендентами на успех по итогам всего этого сезона. Лада, Лукойл, Таиф. Есть еще у нас один интересный момент. Это новый автомобиль, потому что в прошлом сезоне у нас были автомобили Audi RS3 LMS, были автомобили Lada Vesta и Seat Leon, который, собственно, с которых начинался класс TCR и в России, и на международной арене. Теперь же у нас есть и два Volkswagen Golf. Один из них — это пилот команды Ahmad Racing Team, местной команды Виталий Дудин. Это опытнейший пилот, выступавший еще в 90-е годы на самом высоком уровне, старейший по возрасту. Тольяттинец. Ему 51 год, и до сих пор он один из лидеров нашего кольца. В прошлом сезоне он и был на подиуме, выигрывал гонки. И также он является тренером всех тех пилотов, которых мы в течение этого дня будем видеть за рулем автомобилей команды Ahmad Racing Team. То есть для него это самый настоящий родной дом, потому что здесь он и выступает, и тренирует. И в том числе здесь есть классы для картингистов. Он учит самых молодых пилотов из Чечни делать первые шаги в профессиональном спорте. Но здесь же вообще этот автодром не так давно появился. Да, и, кстати, вот если мы говорим об так называемом импортозамещении, то надо сказать, что этот автодром-то был построен не Германом Тильке, а Михаилом Горбачевым, а проектировщик этой трассы. Михаил Горбачев – выдающийся советский гонщик, многократный призер и победитель этапов чемпионата страны по кольцевым гонкам и по трековым гонкам. Тренер, массу книг он написал о том, как быстро ездить на автомобиле. Как правильно быстро ездить. Да, и также спроектировал несколько трасс в России, в том числе вот автодром «Крепость Грозная». Почему-то не просто автодром, да, это там вот кольцевая трасса длиной 3 километра 72 метра. Это целый комплекс. Здесь есть и кроссовые трассы, где проходит этап чемпионата России. Здесь есть и дрэг-стрип, да, для соревнований по дрэг-рейсингу. Это один из самых быстрых дрэг-стрипов в Европе. Здесь поставлен рекорд континентальной Европы на переднем приводе по ускорению. Здесь же есть петля для дрифта, есть же место для занятий картингом. Да, очень хороший, стационарный, большой картодром. Несколько зданий боксов, огромный, потрясающий комплекс. Здесь вот малая академия скорости для, соответственно, детей, для начинающих спортсменов.
у нас, по сути, лишь несколько треков такие же многофункциональные, как трасса «Крепость Грозная». Ну и плюс к тому, климатические условия Чеченской Республики позволяют начинать здесь сезон очень рано. Вот, собственно, уже давно здесь нет снега и проходят тренировки и соревнования. Друзья, я скажу, что в этом сезоне РСКГ у нас с вами будет 7 этапов. Задействованы трассы «Крепость Грозная», да, собственно, тот автодром, на котором мы с вами сегодня находимся. Этап будет в Смоленске, в Нижнем Новгороде, в Казани, на трассе «Мускул Рейсвей», ну и, конечно же, сочинский автодром. Ну и завершаться сезон будет здесь же, на автодроме в Чеченской Республике. Это будет большой финал большого сезона 2018 года. По сути, в РСКГ задействованы все самые современные трассы российского кольца. Ну вот, пожалуй, Мечкова, которая перестроила в этом году и на котором много этапов в прошлом проходило, у чемпионата страны нет этапа. Две гонки у нас повторяются. Такая традиция есть в мировом автоспорте. Например, в немецкой серии ДТМ традиционно сезон начинался, заканчивался в Хоккенхайме. Вот такая же хорошая традиция и у нас. Первые последние гонки по Люду Грозному. Ну, давай теперь опять о квалификации. Мы четырех первых пилотов представили. С пятой позиции будет Иван Лукашевич стартовать, который тоже представляет Лукойл Рейсинг. Вот он как раз будет ехать не на Ауди, а на Сиат Леон. Ну и Иван в прошлом году в миджете выступал. Там выиграл все гонки того чемпионата, да, всего сезона. Доминировал просто он в миджетах. Посмотрим, как он справится здесь, где все-таки сильнее конкуренция, быстрее, мощнее машины. Рядом с ним Владимир Шишенин. В прошлом году он стал вице-чемпионом и до самого последнего этапа боролся за титул с Дмитрием Брагиным, но вот здесь уступил своему напарнику Кириллу Ладыгину по команде. Далее Михаил Грачев и Ирек Минахметов. 7-8 позиция. Пилот из Омска и из Казани. Два москвича, Роман Голиков и Антон Бадоев, уйдут в бой с 9-10 мест на старте. Роман Голиков в прошлом сезоне, кстати говоря, тоже выступал в составе команды «Лукойл». Было 4 машины, я еще раз скажу, было фактически 2 команды у «Лукойл». Вот Роман Голиков входил в одну из них. Теперь же он выступает за команду УГМК, это новая команда для этого класса. И он выступает на автомобиле Volkswagen Golf. Далее 11-я позиция. Пилот под 87-м номером Марат Шарапов. 12-й Виталий Дудин, о котором мы уже с вами, естественно, говорили. И это еще один Volkswagen на стартовой решетке. За ним Павел Яшин с команды Нева Моторспорт, москвич. И представитель Подмосковья, города Королев, АМГ Моторспорт, команда Михаил Степанов. Магомед Дагиев из Чеченской Республики, из города Грозный, представитель команды «Ахмат Рейсинг», будет стартовать 15-м. 47-й номер Лев Толкачев. Это еще один пилот из Москвы, из команды «АМГ Моторспорт». Она в прошлом году немножко по-другому называлась, насколько я помню. Да, иначе «АМГ Моторспорт». А «Нева Моторспорт», представитель этой команды Олег Харук, на 17-м месте замыкает он пилотон на автомобиле «Сиат Леон». По-прежнему у нас много «Сиатов», но гораздо разнообразнее стало стартовый пилотон. Итак, вот буквально через несколько секунд уже начнется гонка. Машина безопасности отправляется на питлейн. Старт будет сходу. Ну и, соответственно, смотрим на то, как пойдет борьба в боевом режиме. Первая гонка нового сезона в классе «Туринг» на автодроме «Крепость Грозная» под легким дождем. Дождь усиливается, машины, гонщики на сликах, так что будет особенно тяжело в первых поворотах. Шины все-таки холодные, газ огни, старт. Мы видим, как сразу несколько пилотов выходят в центр пилотона, но Дмитрий Брагин, похоже, сохраняет свою первую позицию. А вот Клима Гаврилова атакует сразу несколько пилотов. И его напарник по команде Алексей Дудукало, кажется, бок о бок, но вытаскивает наружу Дудукало. И не удается ему, на траве его машина. Там контакт, разворот. Контакт. Задели одного из пилотов «Лада Спорт Роснефть», но продолжает движение. Это был Кирилл Ладыгин. На третьем месте, скрыт он третью позицию. Но вот сейчас у Ладыгина и Дудукала там такая плотная борьба. Здесь же совсем недалеко от Кирилла Владимир Шишенин. Ну, по сути, Дмитрий Брагин, за ним два болида команды «Лукойл Рейсинг». Здесь же две «Лады». Ну и еще одна «Ауди». Еще одна «Ауди» под 76-м номером. Это Ирек Минахметов. Он очень много мест отыграл. Кажется, уже 3 позиции отыграны Ириком. Посмотрите, атака за второе место. Кирилл Ладыгин пытается что-то сделать по внешнему радиусу. Не ошибка ли это? Не потерять он сейчас на выходе. Бок о бок с ним Алексей Дудукало. Но следующий поворот будет левый в пользу Кирилла. А Ирек, как близко Ирек Минахметов, он очень силен в дождь. Он зарекомендовал себя как человек дождя. У него огромный опыт и кроссовых, и ралли-кроссовых, и ледовых гонок. Он очень хорошо чувствует именно скользкое покрытие. И вылетает одна из машин. «Лада Спорт» Роснефти пропускает вперед второго пилота команды «Тейф Моторспорт» Марата Шарапова. Тоже здорово стартовал, много мест отыграно.
Роман Голиков сейчас сразу позади Владимира Шишенина. Брагин ошибается, Брагин ошибается. Клим Гаврилов идет в атаку. Бок о бок в последнем повороте. Контакт был даже. Небольшой контакт. Очень мокро, очень тяжело на сликах. Посмотрите, бок о бок, две ауди, расстрела МС. И Клим Гаврилов выходит вперед. А там и Алексей Дудукало. Брагин вытаскивает. Выталкивает его. Что они творят? Контакт, авария. Посмотрите сейчас, удерживает Дудукало свою машину или нет? Нет, выбрасывает с трассы. Дмитрий Брагин рискует получить штраф. А Ирак Минахметов. Ирак четвертый уже и атакует пилотов «Лада Спорт Роснефть». Да, на четвертой позиции пилот из Татарстана. Ну а Клим Гаврилов становится лидером этой гонки. Позади него теперь уже Дмитрий Брагин располагается, чемпион двух последних сезонов. Ну а вот Алексея Дудукало мы уже в группе лидеров не видим. Но жестко было со стороны Дмитрия Брагина. Очень жестко, но Дмитрий с Дудукало, у них вообще давняя любовь. Многократно они сходились на трассе. Любовь, конечно, в кавычках, конечно. Но они очень уважают друг друга. То есть это в прямом смысле любовь. Смотрите, атака еще раз. Кирилл Ладыгина пытается что-то сделать с Брагином. Вновь по внешнему радиусу. Ирак Минахметов пытался этим воспользоваться здесь на выходе из шпильки. Но, похоже, нет. Ирак ничего сделать не может, как и Кирилл Ладыгин с Дмитрием Брагином. Мне кажется тебе, что повреждена немножко машина у Дмитрия Брагина. Да, повреждена. Во-первых, есть внешние повреждения, и кажется, что что-то может быть с подвески. Как-то так попрыгивает немножко его машина. Все время снаружи пытается что-то сделать Кирилл Ладыгин и теряет в итоге, кажется, нет. Здесь нет, пока еще не теряет, но здесь но до контакта доходит. По траве несется Ирак Минахметов. Грязь поднимает. И здесь снова вылетает с трассы. Сейчас рискует лишиться своего 4-го места Ирак. Удержал машину. Сзади у нас продолжение борьбы. Алексей Дудукало возвращается. Надеюсь, да, и Алексей опережает еще, вновь опережает машину команды Таиф Моторспорт. Но он там сейчас так физически далековато все-таки от лидеров располагается. Тут Гаврилов, Брагин, Ладыгин, Минахметов. Позади них 27-й. Это Михаил Грачев, кстати говоря. В боксе заехал Магомед Дагиев, возможно, для того, чтобы переобуть шины. Это лучшее время Клим Гаврилов, тем временем показывает, что сильно лучше. 34.007, но, собственно, он сейчас по чистой трассе едет, в том плане, что перед ним никого нет, и это позволяет ему ехать быстро. Ну а здесь у Михаила Грачева и Алексея Дудукало борьба, возможно, будет в течение ближайших поворотов. Показывается в зеркалах заднего вида. Здесь на самом скоростном повороте трассы правый поворот проходит на скорости под 200 км в час в сухих условиях. Но сейчас, конечно, гораздо медленнее, потому что очень-очень скользко. Ладыгин догнал. Смотрите, здесь опять сражение. Сразу трех машин. Там Шишенин, по-моему, мимо Дудукало все-таки проезжает сейчас. Да, Шишенин и Грачев оба прошли. Дудукало, Дуду не смог отыграться, но и потерял позицию. Но важно, что Ирик вновь отъехал от них. То есть его машина очень хороша на этих условиях. Три машины в ряд периодически в поворотах у нас. И посмотрите, по внешнему радиусу Дудукало возвращает себе одну позицию. Сейчас будет пытаться пройти вторую проходит ладу. Колесо заднее лопнуло, похоже, у Дмитрия Брагина. Да, потому что нестабильная его машина. Именно с этим было связано и поведение в левых поворотах. Давай посмотрим, в боксы поедем. Поехал в боксы Дмитрий Брагин. Ну и у нас такая первая вынужденная остановка на питлейне фактически. Вот сейчас... Гаврилов, Ладыгин, Минахметов, Дудукало. Ну вот, Алексей здесь уже подбирается к Минахметову. У Шишенина чуть похуже дела сейчас обстоят. Да, пробито задней. Как раз это последствия контакта с Алексеем Дудукало. Потому что именно вот задней правой частью он ударился об его Audi RS3. И вот, собственно, мы видим, что шина не выдержала. Была, судя по всему, повреждена. Боковой порез получил его покрышка. У всех команд одинаковые покрышки, имеется в виду одинаковый производитель. Один производитель, это шины Yokohama. Ну, соответственно, здесь нет мягкого и там жесткого комплекта, как в Формуле-1. Есть дождевые покрышки, есть покрышки для сухого асфальта. Да, видим мы вот повтор у нас старта. Дмитрий Брагин не очень быстро стартовал, но смог сохранить свою первую позицию. А вот что происходило во втором повороте, когда поддели Кирилла Ладыгина, вынесло его на внешний радиус. Алексей Дудукало, собственно, как кажется, мне немножечко поддел. Как быстро среагировал Кеша. Да, раз, поймал машину, держался на трассе и, в общем, даже не потерял место. Ну а вот как раз тот самый жесткий пока момент между Брагиным и Дудукало. Ну, не знаю, как думаешь, будут применены санкции какие-то от судей? Посмотрим, но обычно очень часто... Посмотрите, ошибка лидера! Ошибка лидера! Вылетает Клим в грамме! Клим Гаврилов вылетает в грамме! Фантастика!
теряет первое место. Посмотрите, теряет первое место. И, возможно, сейчас и второе потеряет, потому что медленнее он разгоняется. Какая драма. Очень сложный последний поворот. Там скользко. Там воды еще много. Вот даже сейчас невооруженным взглядом видно. А Дутукала. Дутукала обходит Ирака Минахметова. Выходит на третье место. В общем, на самом деле, конечно, Дутукала казалось, что для него все потеряно, когда его вынесло далеко за пределы трассы в первом повороте. Но нет, Дуду вернулся. Дуду на подиуме. Команда Лукойл Рейсинг умеет готовить свои автомобили. Ну и сам Алексей, это многократный, напоминаю, чемпион нашей страны, участник турингового чемпионата мира. Ну и, конечно, один из самых опытных в серии РСКГ. У нас Магомед Дагиев в боксах, какие-то проблемы с его автомобилем. Жалко, это первая гонка для пилота из Грозного на автомобиле класса Туринг. А у нас Ирак Минахметов, проезд через питлейн для автомобиля номер 76 и 87. Это Марат Шарапов, 87 номер. И Ирак Минахметов. Ирак Минахметов, да, что же они сделали, интересно. А Ирак, посмотрите, прошел уже один из пилотов Лада. Знаешь, мне кажется, что Минахметов там поворот. Срезал, поворот. И за счет этого, может быть, выиграл там позицию какую-то или что-то еще. По крайней мере, да, смог сохранить одну из них. Очень... Жалко, конечно, здорово, он выступал сильно, в хороших таких условиях, теперь потеряет почти все. Давай о формате гонки скажем, мы еще не рассказали о кругах, о времени, это важно. У нас 17-круговая гонка, это стандартная длина для всех классов, но эти гонки самые быстрые, потому что машины проходят самые мощные, проходят круги быстрее всего. Тем временем мы видели, как исправился Марат Шарапов отбывать свой проезд через питлейн. Но да. Эта потеря тоже приличная, конечно, по секунде будет, по времени, потому что ну, здесь разрывы еще не такие большие в середине пелотона. Но будет Шарапов где-то уже, наверное, все-таки в конце пелотона. Я думаю, что одним из последних. А это вот Павел Яшин. Да, Ирак Минахметов тем временем продолжает движение, пока он не заехал в боксы, чтобы отбыть штрафот. Мы, собственно, видим машину команды TAFE Motorsport, Audi RS3 LMS, раскрашенная, очень интересный такой цвет, комбинированный черно-зеленый. И этот зеленый узор собран из различных достопримечательностей Казани и Республики Татарстан. Да, вот, кстати, интересные машины. И я думаю, что зрители, которые здесь, в Грозном автодроме, находятся, могут посмотреть эти машины вблизи. Конечно, здесь, кстати, надо сказать, что большой автоспортивный праздник, потому что же еще серия РСКГ регулярно проводит автограф-сессии во время гоночных уикендов. И различные там шоу-программы бывают. Так что я думаю, что болельщикам понравится, тем, кто сюда придет. Ну, мы видим, что интерес со стороны болельщиков к чемпионату и Кубку страны по кольцевым гонкам растет. Все больше и больше болельщиков приходит на трибуны. И, кстати, по трассе крепость Грозная, как правило, бывает очень много болельщиков. Часто в воскресный день собираются полные трибуны здесь. Приезжает руководство Чеченской Республики. Это настоящий праздник спорта и для города, и для республики. Ну и для всей России, потому что все-таки это самые топовые соревнования по автомобильному спорту в нашей стране национального уровня. Так, Кирилл Ладыгин продолжает возглавлять эту гонку. Продолжает он ехать первым. Но Клим Гаврилов после своей ошибки, посмотри, постепенно к Ладыгину снова подъезжает. Здесь это еще не дистанция атаки, да? Но, в принципе, буквально там, я думаю, через несколько поворотов, через несколько виражей Гаврилов будет уже буквально на заднем бампере у Ладыгина. Самый лучший круг в гонке показал он в предыдущем круге. Но, правда, всего лишь 0,2 секунды он отыграл у Кирилла Ладыгина. То есть примерно в одном темпе едут лидеры Лады Спорт Роснефти и Лукойл Рейсинг Тим. Но визуально, посмотри, визуально уже, в принципе, такое ощущение, что действительно много отыграл. При том, что, мне кажется, у Кирилла в некоторых поворотах машину чуть сносит все-таки с идеальной траектории. Не знаю, связано ли это с тем, что трасса на некоторых участках действительно еще такая достаточно влажная и мокрая. Дождик-то все-таки небольшой есть, да? Либо еще с чем-то. Очень интересно, конечно, будет пообщаться после гонки с пилотами, узнать, кто заранее настраивал машину на дождь, потому что, в принципе, прогноз говорил о том, что дождь возможен сегодня днем и что он будет идти всю ночь. Об этом было известно еще вчера. Прогноз также на завтрашний день, что возможны осадки. Так что некоторые пилоты могли заранее выбрать дождевые настройки, да, чуть более мягкие настройки подвески, стабилизаторов, поперечной устойчивости. Этим, возможно, и объясняется тем, что некоторые гонщики так хорошо чувствуют себя именно в тот момент, когда трасса была максимально влажной. Но, понимаешь, вот все-таки одно дело, когда идет дождь, а другой момент, когда он все-таки закончится, и трасса подсыхает. Это совсем разные условия. Пожалуй, вот такая переменчивая погода, она самая сложная. В этом классе очень важна работа с шинами вообще, потому что мощные машины, передний привод, и когда жаркие этапы, то, по сути, в финале гонки, то есть последние, наверное, кругов 5-6, иногда 7, Именно работа с шинами максимально важна, потому что часто, собственно, шины умирают к концу гонки, и машины резко теряют в темпе.
Вообще, кстати, вчера с Владимиром Шишениным удалось пообщаться. Так вот, он сказал, что посуху здесь, на этом автодроме «Крепость Грозная», на этой трассе покрышки для сухого асфальта расходуются очень быстро. То есть, фактически, до конца гонки их может не хватать. Штраф для Дмитрия Брагина за опасную езду, проезд через питлейн. Это ставит крест вообще на всех надеждах Брагина на высокое место. И так он потерял много времени на пит-стопе. Так еще сейчас и проезд через питлейн отбросит его в самый хвост пилотона. Ну, это вот как раз то, о чем мы говорили. Это за инцидент с Алексеем Дудукалом в самом начале этой гонки. А у нас атака. Смотрите, Ирик Минахметов сражается с Романом Голиковым. И тут же, кажется, это Лев Толкачев, Audi SEAT и Volkswagen. Три бренда Volkswagen Group в одном повороте сошлись. Но победить вышел из этой борьбы Volkswagen команды УГМК Моторспорт. Да, УГМК Моторспорт сейчас за эту команду выступает Роман Голиков, в прошлом пилот команды Лукойл Рейсинг. Ну и вчера опять же также удалось с ним пообщаться, и также было общение в предыдущем сезоне. Роман очень любит соревноваться. Особенно, и неважно на каком автомобиле, неважно в каком виде спорта даже, потому что он настольный теннис играет, много чего еще делает. Так что вот здесь сегодня у Голикова пока такая очень неплохая гонка с его стороны. Подсыхает трасса, судя по всему, потому что, во-первых, у нас Брагин проезжает сейчас через питлейн, а у нас сразу несколько гонщиков поставили лучшие для себя круги. Вначале Владимир Шишенин поставил рекорд круга, потом вот тут же перебил Иван Лукашевич. Уже скоро таким образом, я думаю, из 1.26 выйдут пилоты. А у нас Ирик Минахметов отбывает свой штраф, проезд по питлейн за срезанную трассу. Кстати говоря, у Лукашевича... Атака в борьбе за первое место. Будет пытаться перекрестить траектории Кирилл Ладыгин, пилот команды «Лада Спорт Роснефть». Есть небольшой контакт, но пол корпуса впереди пока Клим Гаврилов. И он возвращает себе первое место. Закрывает траекторию сейчас, собственно, Клим Гаврилов. Вот, кстати, обрати внимание, Лукашевич-то абсолютно лучший игрок в этой гонке. Еще контакт. Смотрите, Ладыгин вышел вперед. Ладыгин вновь на первой позиции. Думаю, что эта борьба у нас будет до самого финиша. Потому что оба очень сильные пилоты. Конечно, техника, я думаю, сопоставима по уровню подготовки. Ну и... И это борьба в пользу Алексея Дудукала. Он подъезжает, стремительно подъезжает к этой паре сзади. Здесь на выходе с последнего поворота пытался что-то сделать Клим. Но атака перенесена, я думаю, на первый поворот. Пытается он на внутреннем радиусе себя показать. Торможение нет. Нет, очень поздно тормозит Ладыгин. Успевает первым просочиться в поворот. Тут следующая такая, ну, эска, да, своеобразная серия поворотов. Ладыгин в этой эске держится на первой позиции по-прежнему. Но здесь уже и Дудукала к этим двоим подъехал. Догнал их. А Лукашевич-то прошлым кругом вышел из 1.26. И Шишенин вышел из 1.26. И Дудукала. Так что трасса подсыхает стремительно. Видимо, да. Подсыхает трасса. 1.25 с копейками был результат Ивана Лукашевича. Это абсолютно лучшее время в гонке пока среди всех пилотов. Вот сейчас подходит к шпильке лидер. Здесь можно попытаться что-то сделать, но далековато здесь. И Клим Гаврилов, Алексей Дудукала. Но почему? На выходе вот из поворота пробовал что-то сделать. По внутренней траектории чуть-чуть правее. Механики имеют возможность пока отдохнуть, потому что, собственно, все машины прекрасно готовы. Сезон только начинается. Ни одна машина пока не разбита, не имеет технических проблем. Поэтому можно просто посмотреть за своими пилотами. Ну вот, кстати, механикам Дмитрия Брагина уже пришлось поработать на пит-стопе. Заменить ему пробитое колесо. Ну, Дмитрий Брагин, конечно, для него эта гонка получается, прямо скажем, не очень удачной. Тут и штраф за опасную езду, за опасное вождение. Тут и, опять же, пробитое колесо. Ну вот смотрим, что будет на прямой. И в конце прямой старт-финиш. Там Гаврилов позади Кирилла Ладыгина меняет траекторию. Пытается показать себя то слева, то справа. Показывает, но скорости не хватает. Брагин у нас сейчас 15-й, третий с конца. Очень далеко и, конечно, шансов на то, что... Лукашевич 50... еще быстрее на 25.091 тысячная. Да, скоро из 1.25, может быть, выйдет следующим кругом. Иван очень быстрый гонщик, и при ним чистая трасса. Он сейчас не в борьбе, что позволяет ему, собственно, показывать быстрые круги. Возможно, лидеры гонки могли бы идти столь же быстро, но они думают не о быстрых секундах, а об обороне. Например, как сейчас, когда Клим Гаврилов идет в атаку. Но здесь очень, на самом деле, опасно было. Вылетает за пределы трассы лидер. Этим пользуется Алексей Дудукало. Бок о бок он с Климом Гавриловым. Полезет? Но. Нет, не полезет. Нет, но я не думаю, что он будет рисковать своим партнером по команде. Все-таки тут тоже важно, что команды у нас и
в общекомандном зачете опять же сражаются, да, не только пилоты в своем личном зачете, в личном сражении. А сзади «Желтый экспресс» из двух пилотов, двух оставшихся пилотов «Лады Спорт Роснефть», Михаил Горячев, Владимир Шенин подбираются к тройке лидеров, и скоро эта тройка превратится в пятерку. У нас еще много кругов впереди, только 10-й круг сейчас идет. Чуть-чуть отстал до Дукала, дают возможность разобраться лидерам между собой. Но совсем уже к нему близкие, посмотрите, Горячев и Шишенин. По сути, сейчас между ним и Дукалом лидерами одинаковое расстояние. Я, кстати, обращаю внимание, почему Лукашевич так быстро едет. Перед ним чистая трасса, да. Но там порядка 4 секунд у него отрыв, да, от пилота, который перед ним едет. Вот мы видим повтор небольшого вылета Ладыгина, но, к счастью, здесь была заасфальтирована зона безопасности, поэтому не застряла его машина, не потеряла ход, хотя даже подлетела Лада Веста пилота тольяттинской команды. Знаешь, у меня такое ощущение, что в некоторых все-таки поворотах трасса сухая, а в некоторых еще достаточно влажная. И как раз вот с этим связаны эти постоянные заносы и такие небольшие вылеты и скольжения. Посмотри, выходит Лукашевич из 1:25. Первым выходит 1:24.732 секунды. Круг предыдущий у Ивана Лукашевича. И что немаловажно, ему 3 секунды до пилота перед ним, занимающего, соответственно, 5-е место. Он подтягивается тоже к этой группе лидеров. Мы видим, что расстояние все меньше и меньше. Сейчас и пилоты «Лада Спорт Роснефть» включатся в борьбу за места на подиуме. И это тоже даст Лукашевичу шанс подъехать к ним и включиться в распределение мест на подиуме. Клим Гаврилов опять пробует атаковать, опять пробует показать себя внутри. Вот сейчас Audi против Lada. У нас такое сражение в рамках турингового чемпионата, турингового класса серии РСКГ. Смотри, пока хватает Lada вот в этом сражении, пока хватает. Хотя, может быть, я сглазил. Бок-бок, легкий контакт. Клим Гаврилов чуть-чуть быстрее вышел с последнего поворота. Он и уже выходит, да, есть смена лидеров. И Дудукало, посмотрите, Дудукало будет пробовать что-то сделать. Контакт небольшой, Дудукало внутри, не теряет ли он машину. Где Дудукало? Вылетает с трассы. Вылетает с трассы и пускает вперед сразу двоих пилотов. Да, «Лада Спорт Роснефть». Нет одного, а вот нет двоих. Двоих. Да, совершенно все. Точно. И Шишенина, и его партнера Михаила Грачева. Заклятый первый поворот для Алексея Дудукало. Столько проблем уже у него было здесь. И с Дмитрием Брагиным, и сейчас, собственно, самостоятельно он не попал в поворот. Немножко видоизменилась, опять же, конфигурация трассы, да, ее длина, мы знаем, чуть больше 3 километров, 3 километра 72 метра. Но по сравнению с прошлым сезоном немножко изменилась конфигурация, вот как раз там первых участков. Интересно, будет ли борьба внутри команды «Лада Спорт Роснефть»? Мы видим, что сдерживал. А почему нет? Да, Ладыгин сдерживал соперников. Мы видим, что Клим Гаврилов отрывается. И если тольяттинцы хотят побороться за победу, нужно выпускать вперед более быстрых пилотов. А сейчас, очевидно, и Шишенин, и Грачев быстрее, чем Кирилл Ладыгин. Но проблема в том, что все три пилота очень сильные. Все три пилота имеют опыт побед и чемпионских титулов. И, конечно, здесь никакой командной тактики быть не может. Я не могу представить, что там Михаил Грачев или Владимир Шишенин скажут: нет, сегодня ты не обгоняешь, сегодня ты приедешь. У нас четвертым, а они вторым или первым. Снова проблема у Алексея Дудукало. Что ж такое? В последнем повороте вылетает он и пускает вперед Ивана Лукашевича. Ай-яй-яй. Чуть-чуть выдавили его снаружи. Там было скользко, заднюю ось сорвало. Вот, смотрите, призывает: пусти меня, моргает фарами. Михаил Грачев, да, своему партнеру Кириллу Ладыгину. Ну, понятно, что пилоты внутри одной команды, наверное, рисковать друг другом не будут в том, не знаю, в том контексте, да, в котором они могли бы рисковать, там, скажем, если это был бы пилот другой команды. С другой стороны, ребята, все, кого мы сейчас видим, это претенденты на титул. Все эти три пилота «Лады Спорт Роснефть», и Клим Гаврилов, и Алексей Дудукало, и Дмитрий Брагин, который вот сейчас в конце идет, они все претендуют на титул. И в отсутствие Брагина, который у нас сейчас на 15-м месте, получит мало очков, нужно выигрывать, нужно набирать как можно больше очков. Дмитрий Брагин не так часто по ходу сезона дает сбой и позволяет настолько много очков у себя отыграть. Ну, во-первых, давайте не будем забывать, что еще завтра есть воскресная гонка и в классе «Туринг», и во всех других класс. Ну, вообще, у нас в серии РСКГ есть и национальный юниор, да, кстати, гонка которого здесь уже прошла, и туринг лайт, и супер продакшн, и класс национальный, самый массовый класс. Кстати, говоря о Дмитрии Брагине, классе национального, во-первых, он там выигрывал, он нас обладатель кубка в классе национального. А где не выигрывал Дмитрий, да, Брагин? Да. И в туринг лайте он стал чемпионом, но у него есть теперь команда Брагин Тим, Брагин Рейсинг Тим, который выступает в классе национальной, и в гонке этого класса сегодня уйдет в бой со второго ряда стартового поля. Так что Дмитрий Брагин признался, что не особо отвлекается на команду, больше занят собой, но, тем не менее, его ребята хорошо выступают.
возможно, даже лучше сегодня выступит, чем Дмитрий, потому что пока он по-прежнему только 15-й. Хотя времена показывают хорошие. 1:24.782 у него последнее время круга, догоняет он пилотов, идущих перед ним. Ну, тут, кстати говоря, для лидеров уже круговые начались, друзья. Вы не пугайтесь, не потерял лидерство Клим Гаврилов. Он сейчас начал на круг опережать тех, кто очень сильно уже отстает. Посмотри, стерта краска уже на переднем бампере «Лада Веста». Это у нас Владимир Шишенин. Постоянно упирается он, Михаил Грачев, в задний бампер. И уже и не зря упирается, потому что, посмотрите, уже Алексей... Вот Лукашевич-то, кстати говоря. Это Лукашевич, да. Лукашевич подъехал сзади и сейчас будет пытаться атаковать. Нужно что-то делать пилотам «Лады Спорта» «Роснефть». Сейчас они уже будут под огнем атаки. Кстати, смотрите-то, атака! Вот она, атака. Шишенин проходит Грачева в шпильке, а Ладыгин, воспользуясь этим, смог оторваться на несколько корпусов. И вот что происходит в боксах во время гонки, да, как... Внимательно механики и все эти люди, которые причастны к команде, наблюдают за гонкой. Ну что, кстати, у Ладыгина, похоже, вновь так возобновилась та скорость, которая у него была в начале гонки. Впрочем, давайте посмотрим. Может быть, тут какие-то есть еще, скажем так, моменты, связанные с темпом. Но круга... Ух ты, посмотри! Посмотри, ух ты, вылетает с трассы одной из «Лады Веста». По-моему, это как раз 11 номер, нет? Это Ладыгин. Да, это Ладыгин. Ладыгин. Вот это да. Вот это да. Вот что значит круговые. Да, пошел трафик и сразу стало горячо, что называется. Иван Лукашевич, да, как подъезжает. С проблемой, посмотрите, болтается у Алексея Дукала часть его машины. Бок о бок он с Кириллом Ладыгином. Снова небольшой снос, и Ладыгин выходит вперед. Как бы там, знаете, и с колесами, с шинами, не дай бог, не было проблем у Алексея Дукала. Все-таки много он вылетал и ехал боком, и проплешины наверняка боковые есть на его колесах, его Audi R3 LMS. Да, болтается с левой стороны часть вот этого оперения автомобиля. Кстати, сейчас будет интересный момент, характерный скорее для американских гонок, для NASCAR, IndyCar. Дмитрий Брагин за ними, но он круговой. И сейчас он пытается вернуться в тот же круг, потому что он гораздо быстрее. Мы видим, что проходит он Кирилл Ладыгин, но это он только возвращается в круг. Чтобы вы понимали, например, у Кирилла Ладыгина, ну, у него была ошибка, 1:32 время, но у его коллег по «Лада Спорт» «Роснефть» 1:26.7 время. А у Дмитрия Брагина 1:25.057. Он на 1,5 секунды с круга быстрее, чем его соперники из лидерской группы. Вот после всех этих взлетлючей Дмитрий вновь поехал быстро, но мы еще раз, друзья, скажем, что чемпионат только начинается. Поэтому нужно набирать максимально возможное количество очков. Они все пригодятся при подсчете уже в конце сезона. У нас две гонки на этапе, 7 этапов, это вот 14 гонок, как вы понимаете. Победитель получает 25 очков, 20 очков получает за второе место, 16 очков за третье, 13 за четвертое. Далее у нас 11 очков и дальше до 15 места у нас каждый раз на одно очко меньше. Также по одному дополнительному баллу получают пилоты за самый быстрый круг и за пол позишн. Собственно, вот это очко за пол достанется Брагину, а за самый быстрый круг, ну, мы пока не знаем, но... Но пока вот на данный момент Лукашевич, да? Да, Иван Лукашевич. На данный момент Иван Лукашевич, у которого там 1:24 с чем-то было. Сейчас так уже не буду на этом заострять внимание, но тем не менее Иван подъехал. Иван в прошлом году, еще раз скажем, выступал в «Фиджитах», да, там доминировал в составе своей команды, выигрывал всех и вся. Но здесь другой все-таки уровень конкуренции, здесь пилоты другие, да, тут... По крайней мере, в классе Туринг нет большого количества молодежи. Здесь все опытные мастера. Мастера спорта международного класса, мастера спорта. Ну и кандидаты, в конце концов. Это элита нашего спорта, действительно. И все с миджетами немножко сложнее сами машины. Они мощнее. Это же миджеты 240-250 сил, здесь 350. Передний привод, работа с шинами. Очень аккуратно уже на выходе с поворота. Да, хочется нажать, но машина просто не сможет реализовать всю мощность. Нужно очень аккуратно работать с педалью газа. Кроме того, сегментальные коробки. Вот мы видим борьба, которая была между Кириллом Ладыгином. И вот ошибка Алексея Дукала. Вот в эту гравийную зону безопасности он улетел. А это уже Кирилл Ладыгин также вылетает. Ну, собственно, вытягивает наружу, затем попадает на покрашенную обочину. Она очень скользкая, мгновенно срывает заднюю ось, и машина же утягивает в гравий. Да, уровень сцепления на краске и на асфальте, он совершенно разный. Чтобы вы понимали, да, это чувствуется, в общем-то, и на обычных дорогах. Это чувствуется, естественно, и на... трассах. Ну что ж, поздравляем мы Клима Гаврилова с успешным результатом. Подожди, еще пас. А, все, уже финиш, да? Финиш был.
Да, победил он в гонке. Самый молодой пилот этого класса. Тем не менее, побеждает он в этой гонке. Справился он и с пилотами команды «Лада Спорт Роснефть», и с Дмитрием Брагином, и со своим напарником по команде Алексеем Дукало. А посмотрите, Михаил Грачев, Владимир Шенин дополнили подиум. Два пилота «Лада Спорт Роснефть». А Лукашенко на четвертое место в итоге приехал, несмотря на все свои заключения. Вот это прекрасная скорость, холодная голова. Не лез он на рожон, не совершал ненужных ошибок и смог в дебютной для себя гонке в классе «Туринг» приехать на четвертом месте. Ну а Клим Гаврилов становится победителем первой гонки первого этапа. И я думаю, что для Клима это очень успешное начало сезона. Он и в прошлом году ведь выступал в гонках очень прилично. Да, у него была победа, но была только одна. На уровне своих партнеров, я думаю. Да, и это, конечно, было такой небольшой сюрприз, потому что не так он часто побежал на подиум. Была у него одна победа, потенциал этого гонщика был виден, но не всегда хватало опыта. Здесь мы видим гроссмейстерская гонка, сложные подсыхающие условия, много борьбы. И только одну ошибку, по сути, он совершил и был самым быстрым. Ну что ж, друзья, давайте сделаем еще одну паузу, а затем вновь вернемся сюда, в Грозный, на автодром «Крепость Грозная». Итак, мы продолжаем свой рассказ о первой гонке первого этапа сезона 2018 года серии РСКГ класс Туринг. Команда Лукойл Рейсинг в первой же гонке одерживает победу. Но какая тут была борьба! Сразу несколько пилотов из нескольких команд претендовали на победу. Это Дмитрий Брагин, Стоив Моторспорт. Ну, Дмитрий Брагин, наверное, все-таки в меньшей степени. Ну, в самом начале, да, он все-таки полду свой реализовал и даже лидировал какое-то время. И оба пилота команды Лукойл Рейсинг Тим. И пилоты «Лада Спорт Роснефть». Ну а мы даем слово нашему корреспонденту Ольге Петриковой. Спасибо, Антон. Клим, поздравляю тебя с этой победой. Мне кажется, начало сезона невероятное. Несмотря на драматичное начало для многих пилотов, и у тебя там произошел вылет, ты здорово собрался, и вот ты первый раз. Поделись впечатлением. Впечатления только положительные, потому что с самого начала было желание начать сезон именно с победы, и у меня получилось. Да, где-то в начале гонки у меня был вылет на третьем круге. Что произошло? Я ошибся с торможением немножко, но потом получилось собраться и догнать, и обогнать. Что ты скажешь о новом автомобиле? Ведь ваша команда Лукойл Рейсинг Тим сменила Seat Leon на Audi RS3. С автомобилем пришлось немножко поработать. Мы настроили, как видите, он привел меня к победе. Ну что ж, желаем тебе удачи. Это был победитель класса Турин Клим Гаврилов. Итак, со мной Михаил Грачев. Миша, сумасшедшая гонка по накалу, по авариям, по всему. И твои впечатления? Ну, прежде всего, очень рад вернуться в российский чемпионат. Два года меня здесь не было. Смотрю, уровень очень сильно поднялся. Это вчерашняя квалификация уже показала, все были плотно. Ну и сегодня, да, погода внесла свои коррективы. Поначалу первые пять кругов было очень сложно. Плюс мы немножко провалили вчера квалификацию. Пришлось выбираться с седьмого места, но очень рад, что доехал.
были обгоны, были вылеты, передо мной были аварии, уворачивался. Ну, в принципе, гонка прошла и боевой. Это то, что нужно, я считаю, для начала, для первого этапа. Конечно. А скажи, пожалуйста, вы готовились к этой гонке? Вы сразу же сделали полудождевые настройки какие-то или ехали на сухих? Ну, сказать по-честному, мы делали сухие настройки, которые бы были лучше, чем вчера на квалификации. Но, как показала практика, этот шаг помог. То есть он сработал и в дождь. Конечно, можно было сделать и более дождевые настройки, но здесь ситуация была 50 на 50, потому что не было понятно, будет дальше дождь, либо будет подсыхать. Ну, в принципе, так все было в балансе, все было хорошо. Ну, я считаю, что мы сделали хорошую работу. А Кирилл Ладыгин, когда обгонял, он ошибся или что? У Кирилла начались какие-то проблемы. Я догнал его, пару кругов следовал за ним, потому что все-таки нам была установка не мешать друг другу ехать. Но, видимо, ему сказали по рации, что раз он не может справиться со своими проблемами, он должен пропустить нас. Ну, я думаю, он сделал тоже правильно все. Поэтому он боролся в начале, мы боролись в конце. Может быть, чуть-чуть с настройками у них было немножко по-другому. Ну что ж, мы тебя поздравляем с возвращением в наш чемпионат и успехов в остальных гонках сезона. Спасибо. Я передаю слово Ольге Петриковой. Убираю мысли в кучу, чтобы лишним не сказать. Владимир Шишенин, третье место в классе туринг. Я тебя поздравляю. Вначале были такие вылеты, такие ошибки. Расскажи свое впечатление. Ну, на самом деле, на старте было непонятно, где есть держак, где нет держака и какую траекторию лучше выбирать. И было очень много всяких маленьких контактов, было страшно, гонка все-таки 17 кругов, поэтому не торопясь, ну, немножко отступил, где было опасно, пропустил соперника вперед и начал отыгрываться потихоньку. Но было очень много борьбы, трасса постоянно менялась, и очень тяжело было сохранять спокойствие, потому что эмоции просто кипели внутри. И надо было понимать, что нужно вовремя включиться в борьбу, не торопиться и держать определенный темп. Вот. Настройки были дождевые? Ну, вообще, это секретная информация. Хорошо, секретная информация. Но хочу сказать, что нет, мы не очень сильно, как бы мы не ждали дождя. Мы чувствовали, знали и верили в то, что будет сухо. И настройки все-таки больше были на быструю трассу. Да, на сухую. Последний вопрос. Последний вопрос. Трасса изменила свою конфигурацию. Изменения были заметны для тебя, ощутимы? Вы знаете, самое большое изменение коснулось того, что то место было очень обгонным. То есть там можно было грамотно подготовить атаку. Когда его убрали, мест для обгона почти нету. Почему очень много было контактов? Потому что для того, чтобы обогнать, нужно щемиться. То есть идти на контакт, там, пытаться куда-то пролезть. А не получается красиво раскатить. Вот. Единственный, наверное, минус этой связки, а в плане того, что она очень рабочая и к ней нужно пристреливаться, она довольно сложнее, чем та конфигурация, которая была раньше. Я думаю, к концу сезона вы пристреляетесь, потому что закрытие будет именно здесь, в Грозном. Я передаю слово комментаторам. Большое спасибо коллегам за это интервью. Ну что ж, вот в «Ладе Спорт Роснефть» приоткрыли небольшую завесу тайны, что все-таки была такая небольшая командная тактика, да, когда у Ладыгина начала падать скорость. Ну, это правильное решение, на мой взгляд. Все три пилота одинаково быстры, все три пилота равны по своим амбициям, все три пилота имеют опыт побед на самом высоком уровне. И, конечно, глупо тратить время и машины на борьбу между собой, когда можно попытаться навязать борьбу за победу. Но мы видим, что не удалось выиграть Михаилу Грачеву, но и возвращение в полноценную программу СМП РСКГ на втором месте очень и очень удачно. Я считаю, что можно его поздравить. Ну и вот как раз Владимир Шишенин получает свой кубок за третье место из рук Олега Петрикова, руководителя серии и тоже прекрасного пилота, который выступал и в гонках на грузовиках международных, и в кольце, и в ралли. Михаил Грачев на втором месте. Обратите внимание на кубки, друзья. Это эксклюзивные кубки, сделанные из использованных запчастей гоночных автомобилей. Все они уникальны, у каждого неповторимый дизайн. И вот Алексей Басов передает кубок Михаилу Грачеву за второе место в этой гонке. Алексей Басов чемпион Лимана. Гонки на выносливость. Самой главной гонки на выносливость. 24 часа суточный марафон длится. Ну и Клим Гаврилов, команда Лукойл Рейсинг. Сегодня он становится победителем гонки в классе Туринг.
Алексей Басов также много выступал и в российском кольце много выиграл. Вот Олег Петриков вручает Климу Гаврилову кубок за первое место. Видим, все они очень оригинальные. Здесь именно поршень старый такой, погнутый немножечко в этом кубке есть. Но вот автомобиль Audi RS3, автомобиль, на котором Клим дебютирует в этом сезоне. Раньше Лукойл Racing Team выступала на сятах, но это не проблема совершенно. Но мы с тобой, кстати, не сказали, что у нас в следующих загонках весовые гандикапы будут. Да, машины довесить они будут уже не такие быстрые. А вот мы видим Владислав Незванкин, руководитель Lada Sport, заводской команды АвтоВАЗа, получает кубок из рук Алексея Басова за командную победу. Ну, собственно, мы видим, сколько желтого на этом подиуме, второе, третье место, и поэтому кубок за командную победу в первой гонке первого этапа СМП РСКГ в классе Туринг уезжает в Тольятти. Ну, сегодня здесь еще будут гонки, да, понятно, что Lada Sport Роснефть представлены и в других классах. Более того, сам Незванкин выступает и, возможно, получит кубок не только как руководитель, но и как пилот. Ну а первая гонка в категории Туринг действительно получилась.